Костя Павлов, большое спасибо за донат. Слушаем. Да, тоже спасибо. Сейчас, секунду. Tomorrow's Outlook. Ну, что с качеством-то? Начинайте. Нахуй тут это сраные ключи и сраные? Службы силы зла вот этой хренью начинается. Духота как настоящая ария. Круто, да. Забавно. Кино Глафоны делают трибют на арию, типа кавер на арию. Хотя тут, видимо, просто вокалист перевел это и все. Видно музыкантов, которые минус типа переделали. Сказать просто, ну. Единственная крупная метал команда, которая давай запрыгнуть чего-то. Ну. Прикол в том, что они все равно самая известная метал команда из русскоязычного пространства. We'll be right back.
Слушайте, интересная какая-то ритмика здесь присутствует, кстати. Такой качественный трэш-метал риф такой идет. Ну, я вот сейчас ее слушаю в этой версии. Я бы не сказал, что она прям мне заходит, но типа, ну, неплохо вроде. Я, честно, я даже не знаю, какую вообще песню Арии можно отметить как прям хорошую, типа, которая, ну, вот, да, здорово, вот это прям можно послушать. То есть для меня такого особо ничего нет. То есть у них все, типа, ну, не очень стыдное, но ничего такого, что интересно послушать, с кайфом, лично для меня нет.